Маман, заходи. Хорошо, пошли, говорить буду я. Ну хорошо, маман. Чё ты не идёшь-то? Чё ты встала? Маман. Ну ё-моё, походу мне надо будет идти одному, да? А нет, вон она пошла. Пауль, синяя ты креветка. Фенни, что ты здесь делаешь? Бородатый хрыч, почему ты с нами так поступаешь? Сама ты бородатая, о чем ты вообще говоришь? Я говорю про водопроводную трубу. Ох, это... Ну, там как бы все синие согласились с тем, что красный не заслуживает воды. Ты офигел? Ты все еще рассказываешь своим людям те выдуманные страшные истории про нас, про красных? Совсем страх потерял? Красные ужасные люди! Ты до сих пор думаешь, что я выбрала твоего брата, а не тебя из-за того, что он красный? Капец у них затянутая идеология, я офигею. Отличный ответ, Синьо. Что ж, буду комментировать. Я любила тебя. Я бросила тебя, потому что ты был придурком. Правильно сделан, вообще какой-то аутист синий. А не из-за того, что ты синий. Ну ладно, просто аутист. Но, все ж после слова «но» лошадиное говно. Твой брат Пава так добр со всеми. Как близнецы могут быть такими разными? Ща, Фенни, погоди 5 минут, у синего в мозгу там пентиум запустится. О, пошел думать. Фенни, наш источник иссяк, оставшейся воды едва хватит на нас самих. Это как-то связано с вулканическим монстром. Пауль, почему ты не попросил нас о помощи? Потому что Пауль придурок, точками только болтает. Потому что все синие узнали бы, что ты врал им все это время. О, гад, пойду я чайку налью, это походу надолго. Снова точками ответил. Если случилась такая беда, то вот мой сын. Чё, я тут какими делами вообще? Он умеет решать такие проблемы, ты просто не представляешь. Кстати, а чем занят твой непутевый сын? Я отправил его на вулкан, но он так и не вернулся. Ты слышал его, милый? Ну, ма! Не мамкай мне тут, реши проблему с водой. Если увидишь своего кузена, спаси его, понятно? Ну, мам! Ну чё опять началось-то? Капец. Ещё за синих головоломки решать. Ой, пойдём хоть дадим леща этому Паулю пустоголовому, бородатому, непутёвому. Чё ты на меня такими жалкими глазками смотришь? Смотри, сколько у него здесь морковки, тыквы. Дорого-богато живёт. Пацан подглядывает. Глянь-ка. Смотрит за всем происходящим. Глаза в глаза, здорово, парень. Ты меня видишь? Слышишь? Видишь, я бегаю. Я живой. Прикольно. Кстати, ничего себе, у тебя там бочка огроменная. Я так близко еще к этому пареньку никогда не был. Ну что, нам предстоит отправиться в очень опасное место, на вулкан, и решить проблему у красных и синих чуваков. Если честно, Ма, я думал, что ты ему втащишь. Ну, видимо, там это, любовная история, все дела. В общем, мамка не смогла. Поэтому придется мне вытаскивать эту синеву. Так, нам нужно тащить свой зад в вулкан, да? Кстати, я стал красным. Сейчас в деревне, походу, такой ор поднимется. Скажет, в деревне проник красный. На меня же все накинутся. Кстати, где все? О, синий, здорово. Они тут до сих пор обсуждают этого чувака, мистера Чуда. А на меня даже внимания не обращает. Смотрите, чуваки, тут красный бегает. Проснись, пой! Никто не обращает на меня внимания. Им вообще по барабану. Красный я, синий я. Да уж, может быть, король указ издал. Типа, не трогайте красных. Чувак, смотри на меня. На меня посмотри. На меня посмотри, говорю. Вот эти чуваки по-любому должны обратить на меня внимание. Эй, памперсы. Чем это от тебя пахнет? Да уже ничем не пахнет. Я красный стал. Я не... О, господи. Деревня дураков. Все, пойдем, король. Пойдем отсюда. Ну, я просто не знаю, как еще их обозвать. Синие дураки. Так... Нам нужно выбраться отсюда, только каким макаром? А, у нас же есть бляшка. Точнее, пряжка. Правильно все-таки называть ее пряжкой. Взлетаем и направляемся с тобой в сторону вулкана. Ну, кстати, вот теперь я начинаю понимать, зачем здесь вот эти золотые камни. Я вначале думал, что это сыр. Кусочки сыра лежат. А нифига. Значит, берем нашу пухалку фиолетовую. О, здорово, чуваки. Тихо, тихо. Где моя пушка? Получайте в тыкву свою каменную вулканистую. Ай! Ты чё, оборзел? Получай, я тебя сейчас пятками придавлю. А ну иди сюда на разборки. Получай, чё ты тут щит-то свой? Вот так вот, ай! Кулачище у него мощное, сложно. Вот, получайся, в пекло, в пукало. В пекло, в пукало.
Ой, еще? Где? Да сколько можно-то? Завязывайте уже! Я могу уклоняться, между прочим. Все. Вроде все. Я надеюсь на это. Спокуха! Не паникуха. Значит, берем нашу фиолетовую пугалку. Колдуем, шмых-пых. Три-би-бих. Чё-то не достаю. О, вот так. Все, поднимаемся наверх. По нашему крутому мостику. Фу, монетки подожди, надо собрать. Вот так вот, все. Тащим свой тощий красный попец наверх. Здесь, я думаю, без проблем мы справимся. Значит, надо жмых-пых вот так вот сделать здесь. Фиолетовый мостик готов. Ползем. Жмых-пых, конечно, не совсем подходит для этого колдовства, но ничего. Воу, лава капает. Жарковато здесь, слушай. Монстрюган где-то по-любому здесь обитает. Жесть. Как здесь потно. У меня уж меж попьев вспотело. Ой, ой-ой-ой. Ой. Големы. Пушку надо сменить. Вечно забывал пукалку менять. Ай! У меня здоровье не ахти, чтобы с вами тут играться. Получ... Да что ж такое-то, как мне напрягает ваши щиты. Да я сейчас тебя ботиночками... Вот. Ай! Не, ботинками опасно пинаться. Они умеют драться. Блин, они еще и пуляются. Ну давай ему в межножье попади. Эй, жрабасы, где ваш босс? Мне нужно срочно с ним перетереть. А, 40 хп осталось. Так, хорош, походу, с ними болтать. Надо их просто уничтожать. Я косю. Как макака. Косит. Макака косит. И я косю. Ну, последний выстрел ему. Давай вот, вот наш так. Вот это я понимаю, лазером пробили ему жбанчик. Жбанчик, жбанчик. Ой. Перепрыгну, нет? Если не допрыгну, то мне кранты. И это будет не весело. Прыгаем, прыгаем. Есть. Все ништяк. Все пофинчую. Прыг панель вижу. Там вон какие-то постройки. Ну все, головоломки пошли. Пришло время порешать головоломочки. Я, кстати, видел здесь где-то красного чувака. О, ты. Хочу купить пару дорогих вещей. Положи 2 золотых самородка в мой ящик, и я разрешу тебе спуститься в мой подвал. В этот ящик, да? Хорошо. Мне нужно где-то достать золотые самородки. Фиолетовая розетка. Можно что-нибудь куда-нибудь здесь отцепить? Давай попробуем здесь. О, камень этот можно сломать, но я... Здрасте. Спрятался как... А ты что скажешь? Я начинаю сомневаться в том, что выбрал идеальное место для своего нового дома. Чувак, ты как бы дом собираешься на вулкане строить. Конечно, это не самое лучшее и подходящее место. Ладно, короче, давай сломаем вот эти пиксельные штуки. Может, там что-то есть? Не, нифига нет. Не зацепиться. Надо найти что-то. Ящик какой-нибудь или чего? А подожди, это же дверь. Это дверь? Серьезно, нафига ему? Точно, это же недостроенный дом. О-о-о! Вот дверь есть. Теперь делаем так. Потом пуляем туда. Ей! Линия есть. Осталось только пульнуть в розетку. Промахнулся. Да что ж такое-то? Ей! Уберите, пожалуйста, мостик. О, благодарю. Благодарство. Берем, значит, вот эту штуку. Супрабол. Бол-бол-бол. Пуляем его. Нет, не пуляем, не достаем. Пуляем его сюда. Не, нифига, так не прокатит. Твою ж налево. Достали еще один шарик. В этот раз я его пулять никуда не буду. Но нужно придумать... Зачем здесь красильная труба? Для чего она? Сходим подальше, посмотрим, что у нас здесь. Вижу кнопочку. Нажимаем. Активировали прыг-панель. Здорово. Прыгаем наверх. Вижу там проход. Может, мне туда как-то попасть надо? Я, конечно, знаю, как тебе принести 2 самородка. У нас тут вот есть камушки. Мы, в принципе, их можем покрасить в золотой цвет. Но только как заставить красильную машину красить золотым цветом? Вот это загадка. Что ж, пойдем вон туда. Посмотрим, что у нас там есть. Опа. О, вот куда нам супрабол-то нужно запульнуть. Чтобы получить золотой цвет. Теперь нам нужно туда как-то перелететь. Используем пряжку. Я, конечно, не знаю, получится у нас это или нет. Но надо попробовать. Не, не получится. Хм, как сюда-то пробраться-то, а? У меня, походу, только один вариант. Это пульнуть шарик так, чтобы я его смог поймать на той стороне.
Где ты, Шарик? Шарик, давай. Давай. У-у-у! Вот таким вот макаром надо было его сюда перекинуть. Стреляем. Желтый цвет есть. Осталось только заставить эту машину как-то покрасить. Слушай, это же деревяшка. А что если попробовать как-нибудь примагнититься к ней? Есть! Получилось. Ю-ху! Фу, взобрались. Правда, тут скользко. Ну, у нас получилось. Наконец-то. О, там, по-моему, огромный сундук. Так, мы сюда залезли. Что это у нас здесь за место? Не, нам здесь не надо ничего. По-моему, мы отсюда сможем допрыгнуть до прыг-панели. По идее, должно получиться. Да, вот сюда прыгаем. Нет, нам туда надо прыгать. Вот сюда летим. Есть! До прыг-панели добрались. Сейчас она нас должна пульнуть далеко куда-нибудь. Попробуем. У-у-у! Да ну нафиг. Серьезно? Сюда? Я узнал, что я могу кастовать на вулкан свой фиолетовый кубик. Ему будет по барабану, в принципе. А на этот кубик я могу встать. И вот так вот прыгать куда-нибудь. Наконец-то увидел, что делает вот эта вот розеточка. Смотри, стреляем в нее. И она активирует вот эту прыг-панель. Но добежать мы до нее не можем. Но у нас есть там прыг-панель, которая хорошо воздействует на пули. Стреляем. Сейчас она отрикошетит наверх, вон полетела. Уиу, сработало! Мы тут, кстати, бегали с тобой. Сундук черный. Блин. Надо было сюда приземлиться. Я ж мог спокойно поверху вот так оббежать и сюда спрыгнуть. Вот я Чунгачкук. Че тут у нас? Максимум здоровья плюс 5. Серьезно? Я думал, в этом черном сундуке будет какая-нибудь новая штука, дрюка. Обломить. Короче, я весь мозг здесь сломал. Оказывается, что это силовое поле. Если раньше она уничтожала все снаряды, то теперь она пропускает, видишь? Смотри, красный снаряд становится желтым. Я просто вообще... Столько головоломок из-за этого силового поля я пропустил тогда, когда мы проходили ранее. Это же с ума сойти. Придется потом возвращаться и решать их. Но пока мы возьмем вот эти камушки и покрасим все это дело. Перепрыгиваем это силовое поле. Вот так. И стреляем. Ну все, у нас теперь есть с тобой два самородка. Тащим их нашему товарищу. Слушай, а давай попробуем ему просто в коробку камень закинуть. Посмотрим, что он скажет. Опа. Ну-ка. По-моему, он ничего не говорит, ему по барабану. Сейчас еще один закинем. Смотри, я кидаю тебе камень сюда. Хватит кидать мусор в мой ящик. Ой-ой-ой, обиделся. Ладно, выкидываем. Получай самородок, раз. Вот так. Это точно золото? Ладно, давай еще один. Да пожалуйста, у меня сколько хочешь их будет. Вот так вот. Ух ты ж, два золотых самородка. Чувствую себя как дома. У тебя что, дом что ли из золота? А, неважно. Главное, что ты открыл свой подвал. Теперь нам нужно идти туда. Опа. Куда это мы забрели? Кажется... О, как здесь жарко. Черный сундук. Что в нем? Он такой здоровый. Это что такое? Объединение луча и куба. Здорово! Теперь вы можете прикреплять силовой луч к силовому кубу. Офигенно! Ну-ка, попробуем отсюда выбраться при помощи нашего куба. Кастуем сюда. Нет, надо его вот сюда накастовать. Запрыгиваем. Лучик сюда крепим. И он туда. Ништяк! Как давно я об этом мечтал. Вот и все, вот и выбрались. Отлично. Теперь... Нам нужно, скорее всего, как-то попасть туда. Наверх. Сейчас мы это попробуем реализовать при помощи нашего куба. Значит, кубик газ. Тихо, не падай. Ты мне еще нужен. Цепляем туда. Ну-ка. Вот. Так-то лучше. Все, наконец продолжаем наше с тобой путешествие. О-о-о, сколько скелетов. Давай туда ядерную пукалку. Не достал? Вот так. Получай. Все, по-моему, всех скелетов размозжил. Все, теперь точно все. Сколько денежек? Радио. Антенна. Радиоантенна. Включаем. Электричество есть. Надо его подать теперь туда. Хм. При помощи нашей розовой пушечки сейчас попробуем это сделать. Сюда кастуем кубик. Вот так. И по идее,
Не, надо кубик еще подальше накастовать. По идее, вот как-то так, да? Все, можем пробежать, пошли. Ништяк. Надеюсь, я скоро встречу своего брательника. Ого, смотри, какая прыг-панель огромная. Интересно, куда это я с нее прыгну? Он, кстати, монеточка. Но в топку эту монетку не хочу я за ней прыгать. О, какая огромная кнопка. Какие размеры. Так, давай спустимся сюда. Я там вижу губку. Ладно, давай прыгнем. Фиолетовая кнопка. Активировала там прыг-панель вон ту. О-о-о! Вулканические големы появились. Сейчас будет битва. Давненько я не видел вас, товарищи. Потный голем против красного мальчика. Все, в принципе. О, здорово. Ты кто такой? Какой-то парень расплатился со мной фальшивыми золотыми самородками. Они лежат в моем доме среди настоящих самородков. Сможешь определить, какой из них поддельный? Выбрать фальшивый через дыру в стене? Да не вопрос. И, кстати, я знаю, кто тебе подкинул фальшивые самородки. Походу, что это синий пират. Где тут эти самородки? Угу. Включаем пряжку. Интересно, как их распознать, где фальшивые, а где нет? Может, просто все выкинуть, а? Хм. Все фуфло, все мусор, настоящего ничего нет. Слушай, там вон наверху что-то есть? Надо бы туда как-то взобраться. Вижу прыг-панель, от нее провод идет. Вот к этой кнопке. Чего? 211 камней сюда нужно, что ли? Я сотню вешу. Ага. О, мой фиолетовый кирпич весит 444 грамма. Или килограмма, кто их знает. Но нам этот кирпич нужен и здесь. Блинский. Давай попробуем натаскать туда камней. Один камень — это 4. Не покатит. Давай намочим губку. А мокрая губка у нас весит 103. Неплохо. Где еще одна? Так, две губки у нас 202. Осталось немного камней накидать. Так. Все, мне кажется, что это последний камень. Есть! Все работает. Все ж, давай попробуем прыгнуть. Опа. Ништяк. Здесь у нас фиолетовая деревяшка. Сюда можно куб поставить. Только зачем? Непонятно. Пойдем поднимемся туда наверх. Как лава-то капает. Опасно. Очень опасно. Эй, усач! Че расскажешь? Ну скажи что-нибудь. Этот электроприемник не нуждается в постоянном потоке электричества. Заберитесь на ту крышу и выстрелите электроснарядом всего один раз. Этого будет достаточно. Отлично. Отлично, отлично, отлично. А где электричество достать? Нужно достать электричество. А электричество нам даст вот этот дом. Хм. Нужно намочить губками, может быть, тогда эти самородки? Блин, я сюда даже губку затащить не могу. Вот черт, а. Слушай, так у нас же фиолетовая пушка притягивается к золоту. Ну-ка. Это настоящий. Хорошо, иди сюда. Настоящий. Настоящий. А может, просто их подсвечивать? Опа, не настоящий. Берем, выкидываем. Вот так. Сейчас мы их просто подсветим и поймем, где настоящий, а где нет. Настоящий, все настоящие. Сколько ж он ему? О, огромный, не настоящий. Выкидываем. Так. Чё, вроде бы все. Два ненастоящих всего было, да? Круто. Пойдем-ка поговорим. Отлично, спасибо, если бы. О, электричество заработало, круто. Ну что, теперь нам нужно электричество передать вон туда наверх. Мы это попробуем сделать при помощи вот этой штуки и куба. Запрыгиваем наверх. Ставим здесь куб. Теперь делаем мостик. Такой вот. Ага, получается. Все ништяк. И пуляем теперь в ту антенну. Юху, ого. Нифига себе, ты видел, сколько электричества тут полетело? Вместе с этим снарядом. Мы открыли здесь потайную дверку. Бежим сюда. Че у нас тут есть? Сундук. Фиолетовые мухи, которые любят морковку. Урон пушки +5.
Это все, конечно, здорово. Теперь мне нужно прочистить проход при помощи этих мух. Но дело в том, что здесь вода. И просто так я мух отсюда не вытащу. Ну давай все равно попробуем. Кстати, в прошлый раз, когда я вел мух при помощи мостика, очень много комментариев было о том, что надо было просто взять у майнкрафтера желтый кристалл, перекрасить его в фиолетовый, мухи бы за тобой полетели. Но я пошел сложным путем, и это круто, что решений головоломки было несколько, а не одно. А здесь мы снова прибегаем к той же методике, что я уже использовал. Давайте, мухи, летите. А как же вас отсюда теперь вытащить-то? Надо как-то воду там перекрыть, что ли? А что, если куб поставлю? Ну, не знаю, не знаю. Давай попробуем. Так, давайте на куб. Они летят, летят, летят. И все. И кранты мухам. Что же нам сделать с этим водопадом? Где у нас нет воды? Вот здесь вот, дай лазеечка есть, смотри, нет воды. Значит, нужно сюда забраться. Здесь поставить кубик. Ставим его. Отлично. И теперь рисуем луч. Нет, не этот луч. Отсюда сюда. Сейчас мухи прилетят. Обрадуются. Отлично. Теперь мухи летят сюда. Красавцы. Все, здорово. Значит, теперь кастуем кубик. Кубик давай вот сюда. Не достал. Сюда кубик кастуем. Мухи летят сюда. А теперь наши мухи направляются к вот этому забору. Нет, значит, к вот этому забору направляются. Вот так. Отлично. Ну все, считай, мухи почти долетели до морковки. Здесь кубик. Рисуем, кастуем. Мухи летят сюда. Отлично. Проход готов. Что нас ждет здесь? Надеюсь, мух нам сюда не нужно будет переманивать. Ворота в Синьвиль. Но нам пока рановато, мы только сюда пришли. О, вот это лава. Нам туда надо пройти, не? Что-то я очкую. Славик, я очкую. Так, что, помогите? Помогите своему трусливому кузену вернуться в Синьвиль. Где кузен? Где кузен? Я его не вижу. Он, наверное, вон там он, да? В западне. Кто не знает, кузен это двоюродный брат. Так что считай, это вот он. Ах ты, пиратище синий. Может, нафиг тебя спасать, а? Ты у меня шматье крал, воду перекрывал. Негодяй, еще и брат называется. Что ж, братюня, на помощь, помогите. Ой, глазки-то какие-то, пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда. Да, сейчас, конечно, ты со мной столько всего сделал, еще я тебе должен помогать. Но, походу, другого выбора у меня нет, да? Значит, надо открыть вот эти ворота. Здесь вот есть мини-лазеечка. Чё ты там ноешь опять? Пожалуйста, помоги мне выбраться. Да, помогу я тебе. Только нужно придумать ключ, где достать. Хватит ныть. Ладно. При помощи пряжки мы перебираемся. Все, я выбрался. Давай, пока, братюнь. Я пошел тусить.